два десятилетия сложной и непрерывной работы, сотни важных и нужных проектов. «Единая Россия» — это миллионы единомышленников, у которых одна цель — сделать жизнь в стране лучше. С днем образования партии гостей праздника поздравил секретарь местного отделения партии, глава городского округа Химки Дмитрий Волошин. Мы провели огромную работу по организации партийных мероприятий, встречи с жителями, трудовыми коллективами, обсуждения социально значимых инициатив. Благодаря вашей работе жители узнали о кандидатах, представляющих нашу партию. Как результат, большая часть в совете. Но, дорогие друзья, мы с вами не должны останавливаться на достигнутом. Нам предстоит многолетняя, конструктивная, плодотворная работа вместе. На федеральном уровне в Государственной Думе наш городской округ представляет депутат Ирина Роднина. По словам олимпийской чемпионки, год за годом партии удается успешно справляться с трудностями и решать проблемы самых разных масштабов. Во многом, считает Ирина Роднина, благодаря поддержке избирателей. Естественно, против сильных всегда работает, поверьте мне. Вот много лет возглавляя сборную страны, я знаю, против лидеров всегда идет колоссальная работа, потому что на лидера ориентируются все, и лидера хотят опустить тоже все. Поэтому здесь содержать и держать вот эту позицию, это бывает очень сложно. Но люди нам доверяют. И, наверное, это самое большое завоевание партии и завоевание нас, как членов этой партии, как людей, которые работают в этих программах. Сегодня в Химках реализуют 16 партийных проектов. Все они направлены на улучшение и развитие разных сфер жизни. Здоровье, образование, спорт, безопасность. Александр Васильев курирует программу «Безопасные дороги». Проект направлен на сокращение числа ДТП и несчастных случаев на дорогах с участием детей. В городском округе работает комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения, которая практически каждый месяц рассматривает все обращения, которые жители направляют, как в администрацию городского округа Химки, как в партию, как на портал «Добродел», рассматриваются и выносятся решения. А мы уже как партия выходим и доводим до конца. У нас есть много реализованных моментов, когда обращались жители, просили установить лежачие полицейские. Мы направляли обращения, отстаивали их интересы. В честь 20-летия «Единой России» благодарственные письма и памятные подарки вручили кураторам партийных проектов, которые успешно реализуют на территории округа.